Совсем скоро Новый год, и сегодня я хочу поделиться с вами простым и быстрым мастер-классом, как сделать шарик на елку своими руками. Самый первый шарик сделала вместе со своим сыном. Ему 7 лет, и он был очень рад такой милой поделке вместе с мамой. Из материалов я взяла ножницы для ткани, терморучка или простой карандаш, нитки, белая акриловая краска, тонкая кисточка, булавки, оленьи рожки, их мы одолжили в нашем магазине-студии, помпон, глазки-полубусины. Я использовала ткань мелкое букле бежевого цвета, но в принципе можно использовать другую эластичную ткань с форсом. Еще нужны нитки мулине, у меня гамма номер 0420. Ткани и инструменты я одолжила в нашем чудо-магазине арт-ткани. Девочки помогли мне подобрать нужную ткань по плотности и эластичности. Также на выбор еще мех серого цвета, можно будет еще сшить зайку. Букле складываю пополам, учитывая растяжение ткани. Перевожу выкройку терморучкой. Дальше скалываю ткань булавочками. На швейной машинке устанавливаю шаг стежка 3-3,5 мм. Прошиваю по линии от одной отметки до другой. В начале и в конце строчки делаю закрепки обязательно. Обрезаю нитки и убираю булавочки. Затем вырезаю деталь, оставляя припуск 4 мм и убираю деталь шара в сторону. Оставшийся кусочек букле разрезаю пополам. Одну деталь переворачиваю изнаночной стороной внутрь, переношу выкройку ушек на ткань и скалываю булавочками. Я часто пользуюсь магнитными игольницами. У меня дома двое маленьких детей и кот, поэтому мне важно, чтобы ни одна иголочка не потерялась. Затем прошиваю на швейной машинке по линии. Обрезаю нитки и убираю булавочки. Вырезаю детали ушек, оставляя припуск 4 мм. Дальше выворачиваю детали на лицевую сторону. Беру ушко и подгибаю нижний срез на 4 мм. Зашиваю и немного стягиваю. Складываю ушко пополам и фиксирую несколькими стежками. Делаю закрепку и обрезаю нить. То же самое делаю со вторым ушком. Беру круглую деталь шарика, убираю булавочки и выворачиваю на лицевую сторону. Затем надеваю ее на пластиковый шар. Пластиковый шар я взяла самый обычный, можно купить самый дешевый в фикс-прайсе. Подойдет любого цвета, но будет лучше, если он будет подходить под цвет меха. Тогда он не будет просвечивать через ткань. Диаметр шарика 8 сантиметров. Беру иголку с ниткой в тон ткани, зашиваю отверстие для выворачивания потайным швом. Меня сейчас очень вдохновляет мех букле, он очень популярный. Также это удобный материал в работе. Я готова сшить из него все. Игрушки, кукольную одежду, кукольную мебель, как раз мечтаю о диванчике, сумки и косметички. Моя любовь к букле воплотилась в нашем большом курсе по созданию зверей-чудиков. Там есть забавные мишки, зайки, слоник и олень. Много-много одежды для них, а также несколько видов сумочек и косметичек. Приходите учиться в нашу школу Мимиду, и мы научим вас творить чудеса из ткани. Теперь беру оленьи рога и приклеиваю к шару с помощью клеевого пистолета. Затем аккуратно пришиваю ушки к шару рядом с рожками. Беру помпон и немного мну его, чтобы он стал плоским. Приклеиваю его к шару. Это будет носик.
Когда делали самый первый шарик, не учли положение швов, и они получились у нас на мордашке оленя. Не повторяйте нашу ошибку, располагайте швы строго по бокам от мордочки. Предварительно можно примерить рога, носик и ушки и найти удачное положение. С помощью акриловой краски и кисточки оформляю глаза. Нахожу расположение глаз и приклеиваю их. Дальше беру нитку мулине в три сложения и заправляю в иголку. Вышиваю бровки оленю, сделав два небольших стежка над одним глазом, а затем над другим. Обрезаю лишние ниточки. Поздравляю! Наш шар на елку олень готов! Такой шарик будет отличным подарком к Новому году. Это очень увлекательное совместное творчество с детьми. А еще каждый порадуется такому подарку, который будет долгое время напоминать о вас.